И это же стихотворение на русском языке «Быть готовым» эпиграф. «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Лука 12:40. «Быть готовым всегда и без устали время летит все вперед и вперед, а жертва Христа жизни семя к вершинам побед пусть ведет. Я годы пустую теряю, а скользкие чувства хотят, чтоб делал, чего не желаю, чтоб ловко загнать меня в ад». Душа, покорившись, молчала, без Бога грешна и больна, начать бы мне нужно сначала, о Боже, нет сил у меня. Господь мне ответил, я слышу все вопли кричащей души, и горе твое с неба вижу, спасением своим дорожи. Меня возлюбил, Боже, верю, ты вечной любовью своей, твое возвращение на землю я жду, жду, гряди поскорей. И будет и в вечности время лететь все вперед и вперед, а жертва Христа жизни семя галактик ведет хоровод. Аминь.